Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите очередной выпуск финансовых новостей на канале InstaTV. В студии я, Анна Касаткина. Европейские торговые активы сегодня пребывают под давлением на фоне ожиданий заседаний Центробанков Великобритании и Еврозоны. Котировка популярной на рынке Форекс пары находится сегодня чуть ниже отметки в 116 пунктов. Основной подавляющей силой являются политические факторы. Участники рынка ожидают заседания ЕЦБ, будучи уверенными в том, что никаких сенсационных новостей касательно будущего монетарной политики не поступит. Представители регулятора могут высказать свои опасения по поводу Италии, а также торговой напряженности с США, учитывая, что власти региона хотят добиться полной автономии от Запада. Для британского фунта эта тема всегда будет актуальной. Переговоры по Брекситу могут состояться, однако у трейдеров по-прежнему нет в этом полной уверенности. Между тем, представители Банка Англии на этом фоне могут отметить неготовность экономики страны к еще одному ужесточению курса монетарной политики. В результате британский фунт торгуется чуть ниже отметки 1.3040, опустившись более чем на 20 пунктов с прошлой торговой сессии. Аналитики уверены, что с приближением заседания Банка Англии национальная валюта Соединенного Королевства может подвергнуться большему снижению против доллара США, впрочем, как и популярная на рынке Форекс пара евро-доллар. Это были новости на канале InstaTV. Всего вам доброго. До свидания.